Вам кажется, что вы, например, некую работу, ну, например, создание какого-нибудь ну, там, документа, да, вам на него нужно там, 5 дней, допустим. Вот, но вы же не знаете, что будет в эти 5 дней. И в эти 5 дней что-нибудь случается. Вот, как, вот в чем смысл и ошибки планирования. Да? Нам кажется, что мы знаем, как будущее будет, а мы не знаем. И вот это все мы не можем предусмотреть. Вот, поэтому правильно что делать? Нужно делать запасом. То есть я вообще предлагаю, если у вас, например, есть 5 дней на создание какой-нибудь работы, вы можете себе сказать, что вы должны 75% сделать в первые 2,5 дня. И если вы такой себе как бы ставите как бы этот, то вы очень хорошо пройдете и на 5-й день будете спокойны, и своевременный отчет красиво выходит, документ, работа, монтаж, слезы и любовь.